Здравствуйте, туристы-милитаристы! Миру мир, нет войне. И сразу скажу, ребята, что я буду писать одним дублем, потому что у меня, когда я делаю неножевые ролики, я начинаю что-то путаться, как-то загоняю себя в какие-то тупики, то есть я действительно начинаю здесь как-то тупить, потом выключаю, второй дубль еще хуже получается, третий еще получается. В конце концов мне становится наплевать, потому что считайте, что вот как будто вы сидите здесь рядом со мной, и я вам просто рассказываю про всякие разные классные перчи. Компания Mechanics, на мой взгляд, производит самые наикрутейшие перчатки, потому что вот когда я вам сейчас, вот буквально, я выключил камеру, я показывал, делал обзор на вот эти вот Precision Pro, выяснилось, что мои убитые, уже затертые, да нельзя, зимние вот эти вот перчатки, оказалось, что им уже пятый год. За свои деньги это просто потрясающее качество. Вот эти вот перчатки, которые я использую специальные, противопорезные, я их использую на тестах ножевых. Это, если мне не изменяет память, наверное, пара вторая у меня или третья. Просто я уже так давно ими пользуюсь. И учитывая, что постоянно какие-то идут мелкие коцки, мелкие порезы и так далее. Но я вам открою секрет. Когда здесь попал на скидки, у меня уже готовая новая абсолютно пара таких. То есть самые разнообразные, самые-самые-самые и для стрельбы, и с вентиляцией, и специальные там супер тонкие для того, чтобы как-то для того, чтобы чувствовать прям. Опять же, здесь такой момент. Вот в чем прикол механиксов, поверьте мне. Я знаю, о чем я говорю. Я сейчас, может быть, немножко буду повторять те прописные истины, которые я говорил на обзоре вот этих перчаток. Дело в том, что каждый раз, когда я приезжаю на Иву, это не попадает в кадр, но я прохожу практически все перчаточные стенды, потому что эта тема меня очень как бы интересует. И учитывая самые разнообразные ценники, как правило, как раз таки механиксы получаются самые-самые доступные по бюджету перчатки. Вот что мне не нравится, они могут быть какие угодно, там, тактические, усиленные, противопорезные, какие угодно. И хуже всего получается именно с мелкой моторикой. В механиксах я могу сказать, что самое, наверное, именно тяжелые для какой-то мелкой моторики, это даже не тактическая линейка, а именно вот эти вот противопорезные, потому что они плотные, но в них абсолютно все получается. То есть, опять же, как я сказал, может быть, это какая-то глупая шутка, но по факту я считаю, что единственный процесс, который будет неудобен в перчатках Mechanics, это ковыряться у себя в носу. Опять же, у кого широкие ноздри, возможно, и это получится. То есть, в этом плане я совершенно искренний фанат этого бренда. Именно не потому, что там, ну, они мне какие-то перчатки присылают и так далее. Я с удовольствием покупаю за свои деньги механиксы, потому что я даже ничего другого не ищу. Пробовал какие-то другие варианты. То пальцы длиннее, то плохо гнутся, то плохо именно вот это вот все. Здесь совершенно можно быть уверенным, что любые движения, которые требуют какой-то мелкой моторики, даже в тактической линейке, они получаются крайне комфортно. Так, о чем я сегодня вообще вам рассказываю? Я сегодня вам рассказываю, мы сегодня будем выбирать, даже не выбирать. Здесь у каждой из этих моделей есть свои плюсы. Это линейка Impact. Тактическая линейка, которая, по сути, она позиционируется производителем для, ну, в двух направлениях, скажем так. Первое, это в чистом виде тактика, то есть это нанесение каких-то ударов, защита костяшек пальцев, там защита пальцев. Именно, то есть предполагается, что это вот в чистом виде правоохранительские перчатки, когда нужно кого-то винтить, когда можно получить по пальцам, там еще как-то какие-то варианты. То есть, и второе, это для каких-то тяжелых работ, где опять же необходимо просто прикрыть элементарно пальцы, чтобы в случае там какой-то, я не знаю, упавшей доски, или сами себе там додумайте, что это может быть, прикрыть пальцы. Я считаю, что опять же, вот, которые, эти я вам уже показывал, без пальцев,
это идеальный вариант для всяческих велосипедистов, потому что при падении у вас полностью закрыта ладонь, полностью защищена, но в них гораздо, скажем так, как это сказать, можно гораздо комфортнее их именно в очень жаркую погоду использовать, чем обычные. Но опять же, если вы там какой-то правоохранитель, то, наверное, проще использовать именно там полностью. Не смогу вам сейчас показать, потому что сейчас out of stock, придумали еще перчатки тактические на 3 пальца свободных. То есть сама по себе перчатка надевается, вот здесь вот пальцы надеваются. Я надеюсь, что я вам их как в каком-то обозримом там будущем покажу. И 3 пальца свободные, специальные под стрельбу в жаркую погоду. То есть опять же, все что угодно. Все, на любой вкус. Окей, с чего начнем? Начнем с первой модели Impact. Impact Covered. Здесь у нас термопластическая резина поглощает удары. Указательный палец у нас именно приспособлен, он свободен для того, чтобы удобнее было там стрелять, для того, чтобы было удобнее там делать какие-то манипуляции там с оружием, предположим, да. И все влезает, все хорошо, все по уму. Остальные пальцы защищены прям очень грубо, очень-очень такими именно вот этими вот резиновыми штуками. Очень-очень защищены сильно. Что с... дальше, давайте я так пробегу немножко по ТТХ именно. Двуслойная конструкция внутреннего кончика пальца укрепляет большой указательный пальцы для повышения стойкости к истиранию. Вот здесь на самом деле повышение стойкости к истиранию, я говорю, вот, не тактические 5 лет. И то, вот здесь вот я уже протер, потому что я то тестирую что-то в них, то еще что-то делаю. Так... В то время как рельефный рисунок пальца улучшает ощущение и общую ловкость. Ударопрочное покрытие XRD на ладони поглощает удары и вибрацию. Здесь у нас нашиты такие эти самые дополнительные подушечки. То есть падать в них будет очень комфортно. Так, Impact Guard защищает кулак прокладкой из EVA пены. Термопластическая резиновая защита TPR и защита пальцев защищает от ударов. Пригоночный материал, это я вам читаю, потому что на самом деле запомнить это вот все просто невозможно. Пригоночный материал Track Dry помогает сохранять руки прохладными и комфортными. Я так понимаю, что это вот именно имеется в виду, что здесь такая у нас вентиляция присутствует. Armartex, ладонная арматурная панель, двуслойная внутренняя арматура для пальцев обеспечивает дополнительную прочность. То есть здесь пальцы, несмотря на то, что они как бы выглядят вот такими вот пальцами пианиста, на самом деле вот здесь вот прям реально каждый палец, он в свою отдельную такую вот как кармашек влезает. Так, тисненный, текстурированный, указательный и большой палец обеспечивают захват. Давайте посмотрим, что у нас здесь с этими самыми с телефонами. Сенсорные экраны. Так, указательный палец. Все четко, все классно. Эх, как весело было на Иве. Но в любом случае здесь очень здорово. Кстати говоря, у них, убегая в сторону, есть, по-моему, одна модель, на которую вот мне жаловался знакомый стрелок, которая была предназначена именно сверхтонкие, очень чувствительные перчатки для того, чтобы стрелять. И вот он сказал, что у него были проблемы именно, когда он ходил на соревнования, приходилось снимать перчатку, чтобы вот сенсорный экран гонять на телефоне там. Фиг знает. У меня не было пока ни с одной парой проблем с сенсорными экранами. Так, прочная синтетическая ладонь, нейлоновая петля, все перчатки, механикс можно стирать в машине. Так, ладно, чтобы не... Я уже вижу, что я вам уже 9 минут надоедаю. Чтобы не быть голословным, в чем, вот на мой взгляд, преимущество и одновременно недостаток конкретно первой модели, это очень-очень сильное усиление
пальцев. Чрезмерный, я бы сказал. То есть вот у меня, например, мизинец слегка даже вот получается такая деформация, что он немножко неровно надевается. Почему? Потому что очень-очень сильное вот это вот робокопское вот это вот усиление пальцев. И, во-первых, если вы конкретно именно первую модель, я сейчас говорю про первый Impact, взяли себе, и вы чувствуете, что у вас вот эта вот резина, она давит на... Прошу прощения, она давит на пальцы, делает немножко дискомфорт, и просто потерпите. Это уйдет где-то в течение недели носки, то есть пальцы немножко сядут именно вот на, я имею в виду, перчаточные пальцы сядут на ваши пальцы, и вот это вот ощущение давления вот здесь вот на вот эти вот суставы, оно потихоньку уйдет. Но вот такая чрезмерная действительно защита, если вы регулярно себе захлопываете дверь на пальцы там, или у вас какие-то еще варианты там именно, когда вот пальцы под какой-то угрозой, то да. Если вам нужна какая-то большая подвижность ладони и пальцев, то тогда, конечно же, вторая и третья модели, они подойдут лучше. Вторая модель, Impact 2. Сейчас я вам по-быстрому начитаю рэпчик. Impact 2. Видите, здесь именно отличие в чем? В том, что здесь вот у нас такая гармошка, там, где вот закрываются костяшки. И резиновые вот эти вот накладки на пальцах, они сделаны немножко так отдельно. Отдельнее друг от друга, чем на первой модели. Видите, да, разницу? То есть здесь получается подвижность пальцев, она... гораздо выше. Плюс вот это вот залипающий материал, которым можно хватать, из него уже просто никто не убежит, ничто не выскользнет. И здесь, как видите, добавлен вот этот вот рельеф полосатенький на каждый буквально палец. Так, Impact 2 Covered. Пена Aria Pren. Вот уж напридумывают, так напридумывают. Набивка из пены Эва и термопластичная резина TPR на пальцах и костяшках пальцев обеспечивают улучшенную защиту от ударов тупым предметом и теперь соответствует сертификате CE. Мне понравилось, когда я прочитал про тупой предмет, я представил себе именно, что голову какого-нибудь долбоклюя, собственно говоря, тяжело себе представить более тупой предмет, правильно? Так что можно не бояться ударить чьим-то тупым предметом по своим пальцам. Ой, сейчас, прошу прощения, правду говорю. Так, новая силиконовая ручка Padlock на ладони и рельефная текстура с высоким сцеплением на пальцах, нанесенная методом горячего теснения. Добавленная защита TPR для большого пальца. Вот у нас, видите, здесь. Причем я говорю, что здесь разница с первыми импактами заключается в том, что здесь вот эта вот грубая защита пальцев, она стала на второй модели гораздо-гораздо подвижнее. То есть вот сами по себе пальцы, несмотря на то, что вот мне тяжелее всего, например, впихнуть мизинец, потому что здесь именно за счет того, что вот очень много нагромождено, у меня мизинец, получается, немножко подвисает. С другой стороны, он в какой-то именно мелкой моторике меньше всего и участвует. Так, двуслойное усиление на кончиках пальцев, слитые внутри на всех пальцах для повышения долговечности, это понятно. Нашивка TPR на запястье обеспечивает повышенную защиту, снижая вероятность травм. Я так понимаю, что это, скорее всего, вот это вот. Еще, видите, на ходу с вами разбираемся, что здесь к чему. 100% сенсорная ладонь, петля для хранения и переноски. Кстати говоря, вот, взял у младшего научного сотрудника маленький этот самый карабинчик. Надо будет заказать, именно чтобы каждая пара была вот так вот присоединена. Плюс за карабин перчатки можно себе закрепить там на петлю брюк или просто на рюкзак. Предположим, вы поехали куда-то на велике и вот такие вот, или потеплее, прикрепили, все, ничего никуда не потерялось. Так, пам-пам-пам.
И, как я уже говорил, все перчатки Механикс можно стирать в машине. Сейчас мы вот таким вот образом здесь резиночка чуть-чуть натягивается, и получается, что обе ладони надеты как надо. Так, вторая модель, второй импакт мне нравится больше первого. Почему? Потому что здесь по-прежнему сохраняется очень-очень такая мощная защита пальцев, но при этом гораздо пальцы, они сами по себе, мы писали, наши пальчики устали, гораздо подвижнее. Всякие разные вот эти вот фонарные некстерчевские кольца, все нормально пролезает, все абсолютно как бы здесь по уму действует. Так, что касаемо совсем-совсем какой-то маленькой, мелкой моторики, то вот у нас раскрываем, видите, и немножко здесь получается именно подвижность чуть-чуть пальцев за счет вот этой вот защиты, она слегка снижена. Почему? Потому что, когда я вам показывал на предыдущем обзоре, вот эти вот, это прям вообще абсолютно, вот прям совсем-совсем любая мелкая моторика. Здесь все-таки мы учитываем, что тактические перчатки, но, опять же, ребята, смотря с чем сравнивать. Почему? Потому что когда берешь вот такие вот прорезиненные, защищенные перчатки других контор, там вообще ничего невозможно сделать. Еще есть такой момент, ну, помимо здесь каких-то разных мелочей, когда мы берем вот здесь вот те же самые, заряжаем магазин, прочее, все вот это вот делаем. Самое главное, для чего, собственно говоря, нужна мелкая моторика. Правильно, если у вас происходит какой-то контакт с человеком, которого вам нужно, ну, грубо говоря, скрутить, успокоить и прочее, то, скажем, неважно, хватаете вы за запястье человека этого, да, хватаете вы его за какой-то участок одежды, за куртку, за ремень и прочее. Очень важно, чтобы пальцы были подвижными. Почему? Потому что если у вас, предположим, вот я действительно в этом году заходил на стенд одной компании, я померил, там реально руки защищены, как вот краги у хоккеистов. Просто такие прям, ну, нагромождено. И вот когда ты пытаешься что-то взять, вот именно схватить как-то вот, ну, именно какое-то удерживающее движение, вообще мимо, потому что пальцы просто не двигаются. То есть здесь очень важно именно, что с одной стороны у вас руки, пальцы защищены, но с другой стороны вы же не выходите, скажем, вы не боксер, который выходит в ринг. Вам еще этими руками нужно работать, правильно? Вам этими руками нужно кого-то схватить, кого-то задержать, там, и прочие вот эти вот моменты. И здесь нет конкурентов у этой конторы. Просто нет. Так, ну и переходим к моим самым любимым. Почему? Потому что здесь каждый выбирает сам для себя, ребята. Вы выбираете в данном случае или прям высочайший уровень защиты пальцев. И это тыльная сторона ладони. Тыльная. Какая сторона ладони тыльная? Которая к себе или которая к... сами знаете куда. Ну вот, то есть здесь разный уровень. То есть я могу сказать так, опять же, прошу прощения за свой непрофессиональный обзор, просто делаю обзор на то, что нравится. Фишка в чем? Фишка в том, что если вот это вот первая версия, это вторая версия, это не значит, что первая версия хуже. Здесь именно каждый выбирает, что ему нужно. Наибольшую защиту пальцев, пожалуйста, более жесткую. Здесь защита пальцев такая же хорошая, но при этом пальцы сами по себе подвижнее. Мне нравится больше всего третья модель, где пальцы защищены просто такими именно вкладочками, проставочками и костяшки пальцев. Но при этом у Impact 3 получается уже 100% подвижность руки. То есть, сейчас, секунду, у меня тут на бумажке все написано.
по-быстрому прочитаем. Мощный ЭПАК-3 обеспечивает надежную защиту для военных профессионалов, работающих с тяжелым вооружением. Абсолютно новый облегающий разъемный сустав защищает ваши руки и рассеивает разрушительные удары. То есть вот эта штучка, видите, она сделана таким образом, что она немножко расходится. Это не какой-то пластик, это именно просто вот это вот TPR, по-моему, резина. Но она именно сама по себе сделана, опять же, по уму, что когда вот вы сжимаете, у вас не получается такого как бы зажатия именно кулака. Здесь чуть-чуть вот эти вот по рельефу расходятся, и получается невероятно комфортно. Так, эффективная амортизация XRD в ладони. Поглощает удары и вибрацию во время занятий. Интересно, во время занятий чем? Так, Армортекс на ладони и пальцах. Защита от ударов из формованной термопластической резины TPR соответствует ударному стандарту EN-135-94. Застежка из термопластической резины TPR обеспечивает надежную фиксацию на запястье. Вот она у нас. Так, набивка-гармошка из этиленвинилацетата снижает воздействие на большой палец и на пальцы. Вот эта вот гармошка. Вот это все, как выглядит. Так, внутреннее усиление кончиков пальцев обеспечивает исключительную устойчивость к истиранию. Здесь самое главное, я говорю, что вот за что я просто тащусь от механиксовских перчаток, то что, да, вот это вот усиление, каждый палец практически он идет как в капсуле в какой-то, но при этом ты постоянно можешь делать любые какие-то мелкие движения, любую какую-то мелкую вот эту вот свою моторику осуществлять. Так, прочная ладонь из синтетической кожи с сенсорным экраном. Здесь, видите, опять же, сенсоры у нас вот эти вот. Ребят, честно скажу, специалистов призываю для того, чтобы вы мне помогли. Не буду ставить на паузу сейчас, не буду там искать как-то какие-то вот моменты. Вот мне интересно, вот сенсорику саму по себе дает вот именно вот эта вот резинка, правильно я понимаю? И здесь она у нас на каждом пальце, кроме мизинца. Ну, опять же, а если мне... Нет, нормально все работает. Если мне хочется, например, мизинцем, почему бы и нет. Так, безымянным пальцем, почему бы и нет. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Средний палец запросто, пожалуйста. Вот фотография с Мауру. Блин, я уже снова хочу на Иву. Я хочу сейчас сперва в отпуск, а потом снова на Иву хочу. Так, то есть все работает, все классно, все здорово. Что еще? Ну, нейлоновые петли для хранения можно стирать в машине. Понятно. Так вот, троечка. Именно если мы говорим сейчас не о жаре, потому что в жару, конечно же, беспальцевый импакт очень классный. Значит, троечка – это мои любимые импакты. Вот лично для меня, почему? Потому что здесь пальцы защищены, ну скажем, вот сколько мне надо, достаточно хорошо. Потому что да, во второй и в третьей модели пальцы защищены гораздо сильнее. Тут действительно, если вы получите какой-то реально удар там каким-то прутом по пальцам или там какой-нибудь монтировкой, вам безусловно будет больно, но у вас защита пальцев просто, ну, невероятно высокая, то есть пальцы будут целее элементарно. Здесь защита присутствует, но она, конечно же, уже ниже. Но вот что мне важнее всего, то что конкретно вот в тройке, именно в третьей модели, уже практически на уровне совсем-совсем каких-то тонких моделей идет вот подвижность пальцев, какая-то моторика и прочее. Потому что, повторюсь, если у вас
какое-то идет недоразумение с кем-то, какой-то разговор на повышенных тонах и прочее, то любые, вот, начиная вот от вот какого-то вот такого движения, да, и заканчивая какими-то грубыми рывками, там, какими-то блоками, захватами и прочее, это очень важно, чтобы это осуществлялось. Потому что если на вас какие-то действительно хоккейные перчатки с огромной защитой, и вы идете как какой-то, я не знаю, там, блин, Робокоп, и все просто шарахаются от вот этих вот огромных, здоровенных каких-то защит на пальцах и прочее, прочее. Но при этом вы не можете схватить человека, в этом нет никакого смысла. Здесь просто идеально. И как раз-таки вот в тройке этот вот эффект подвижности пальцев, он наиболее высок, именно поэтому вот конкретно эта модель, она моя любимая. Что не означает, что первая или вторая, они каким-то образом там хуже или что-то с ними не так. Здесь я говорю, каждый сам себе выбирает, что ему нужнее. И очень здорово, что производитель дает возможность нам именно, ну вот, прикинуть, чему вы отдаете предпочтение. Защите пальцев или какой-то вот подвижности этих же самых пальцев. Окей, и переходим напоследок к моим любимчикам, еще одним беспальцевым. Значит, что касаемо беспальцевых импактов. Любые перчатки Mechanics, они полностью садятся на ладонь где-то в течение недели. То есть, опять же, не нужно носить целую неделю. Если вы поносите, скажем, каждый день пару часов, они у вас будут на руках, то в течение недели уже полностью сядет, будет мягенько все. И то же самое касается вот этих вот беспальцевых вариантов. Значит, здесь в чем единственный их, на мой взгляд, недостаток. Вот, опять же, учитывая, что у меня руки толстые, здесь единственный недостаток в том, что когда я их надеваю, все здорово, все отлично. Ну и у нас получается, что здесь все защищено, а при этом уже здесь совсем уж, как говорится, своя родная моторика, плюс не так жарко, как, ну, скажем, летом, как в тех же самых первой модели, когда вы просто так носите. Опять же, сами решаем, что нам важнее, защищать пальцы или чтобы было немножко попрохладнее. Так вот, единственный, наверное, недостаток вот этих вот любимых всяческими разными велосипедистами перчаток, на мой взгляд, заключается лично для меня в том, что вот я их надел, они очень классные, все здорово, все супер по руке. Как раз таки здесь получается, что рисунок повторяет первую модель, и нет вот этого вот давящего эффекта на пальцы. Но, повторюсь, давящий эффект на пальцы в первой модели, мной проверено, он довольно быстро исчезает. То есть немножко обминается вот этот вот палец, собственно говоря, сама перчатка вокруг пальцев, и все хорошо. Так вот, просто великолепнейший вариант, просто суперские. Но лично мне их тяжело снимать. То есть вот я сейчас надел, все, пошел, там позанимался своими делами. Там их можно, в принципе, если летом, просто весь день не снимать с рук, потому что, опять же, здесь все, что можно сделать. Перчатки, в которых удобно ковыряться в носу, да? Вот. И вот я расстегиваю, и у меня начинается гребля академическая. Почему? Потому что с этой стороны я начинаю, когда дергать, это все собирается гармошкой. А через пальцы, вот мне приходится каждый палец снимать. То есть, как бы, я не против. Это именно, скажем, расплата за дополнительный комфорт пальцев, за вот эту вот всю вентиляцию и так далее. Но вот как вот я вам показываю, вот так вот это каждый раз, по сути, и происходит. Каждый раз, уже когда нужно снять, то приходится вот за вот эти вот, видите, здесь такие на пальцах для сгиба предусмотрены такие вот такие места. Вот за эти места я просто их именно издергиваю. Очень плотно на ладони сидят. Наверное, все. Ребят, для себя могу сказать, что мои любимые импакты это летом беспальцевые. И именно с точки зрения каких-то там движений, каких-то передвижений, там, я не знаю, захватов, заломов, прочих моментов нанесения ударов, это тройка, потому что здесь самые подвижные пальцы. Но, повторюсь, это никаким образом не означает, что первая или вторая генерация, они каким-то образом хуже. Здесь просто, говорю, под каждой задачей сделаны свои перчи. Перчи просто великолепны. Thank you.
балдею от них. Наверное, все. Очень надеюсь вам показать ближе к осени новые утепленные модели, потому что на самом деле сейчас их просто нет на складе физически, я их видел на выставке и даже видел где-то у кого-то из продавцов, по-моему, на Ламне уже видел утепленные модели какие-то, вот, и что скрывать, люблю я Механикс, причем это еще не все, так, вот, чтобы совсем куда-то там, целая гора. Причем есть еще один нюанс с этими перчатками. Их нужно хранить так, чтобы жена не увидела. Почему? Потому что если она увидит вот это вот все, она реально решит, что я просто двинулся мозгами, если у меня столько перчаток. Шикарно. Подвижно, удобно, безопасно и совершенно по цене доступно. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.